Настя, я кидаю тебе мяч, ты кидаешь Даше. Хорошо. Лови. Сегодня 12-летняя Настя Овчинникова из Первоуральска слышит голоса родных даже издалека. Но несколько месяцев назад правила игр приходилось объяснять буквально на пальцах. Слуховые аппараты, которые девочка вынуждена носить из-за глухоты, сломались. Это вот у нас второй аппарат. Он у нас недавно сломался. Сломалось крепление, которое соединяется с трубочкой и со слуховым вкладышем. На покупку нового оборудования требовалось 140 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъемная. На помощь пришли вы, наши неравнодушные зрители. Отправляя смс-сообщение со словом «чудо» и суммой пожертвования на номер 7878, вы спасли Настю от возвращения в пугающий мир тишины и помогли приобрести слуховые аппараты. Мы стали теперь спокойнее и увереннее в завтрашнем дне, что ребенок не останется без звуков, не останется в тишине. То есть новые аппараты сейчас, ну, дают эту уверенность, что Настя слышит хорошо. Я часто слышу в новых аппаратах. Я сама гуляю с сестрой и братом. С радостью на прогулку отправляется и Кирилл Лукашевич из Верхней Пышмы. Из-за ДЦП мальчик пока может ходить только с поддержкой и большую часть времени на улице проводит в коляске. Теперь в комфортной и безопасной. Здесь он, значит, сидит в ней правильно. Она нам надолго, она может по длине удлиняться, так же, как и спинка. Я думаю, нам ее надолго очень хватит. 150 тысяч рублей на покупку коляски семье помогли собрать благотворители. Одни жертвовали средства через сайт проекта «Ты ему нужен» www.help-children.net, а другие заходили в екатеринбургский салон цветов «Розовые розы». Каждую пятницу здесь можно купить благобукет. Деньги с продажи перечисляют подопечным фонда. Так как я являюсь сама многодетной мамой, я понимаю, что когда болеют дети и ничего нет страшнее оставаться в этом состоянии одни. И поэтому я всегда стараюсь не проходить мимо и стараюсь поддерживать. А скоро помогать подопечным проекта «Ты ему нужен» можно будет, купив модные эко-шопперы. Над их созданием сейчас трудится необычная команда. Нарезаю на 10 сумок. Их режу, так не получится. Больше ничего не делаю. Вот сумка. Прошиваю здесь, прошьем. Теперь я крою вот эту лямочку, ручку. Николаю Власову 97 лет. Всю свою жизнь он создает одежду для себя и своих родных. Кроить и шить учился не у рядовой портнихи, а у немцев. В 45-м в составе разведчиков дошел до Берлина. В Германии пришлось задержаться и после окончания войны. Там и заинтересовался швейным делом. Я зашел, там немцы шьют обмундирование для наших солдат и офицеров. За время войны обносились. Ну, я посмотрел, шьют, сидят там, ходят, все такое. Второй раз зашел, я думаю, интересно. Немцы ходят по-русски, плохо говорит, говорит, солдат, что ты ходишь, помогай нам, мы не успеваем. Заказов очень много, а шить не каждый может ведь. Я говорю, я не умею, научим кроить и шить. Любовь к шитью Николай Власов не только пронес через всю свою жизнь, но и заразил ей сначала жену, а теперь и внучку. Аня предложила деду стать организаторами благотворительной акции, создавать сумки с рисунками подопечных проекта «Ты ему нужен». Все средства с продажи шопперов пойдут на помощь детям. Мы будем продавать их в Инстаграме, и сейчас у нас пока что стадия производства. То есть мы уже отшили все сумки, и сейчас передали большую часть из них на печать. Выбрать удобный для себя способ оказания благотворительной помощи сегодня легко. Информация о всех акциях есть на сайте проекта «Ты ему нужен». Это и мобильные приложения, это и автоплатеж, который мы стараемся очень популяризировать, потому что это действительно удобно. Самая незначительная сумма, которая ежемесячно будет списана с вашего счета, может сыграть серьезную решающую роль в лечении того или иного ребенка. Вашей поддержки сейчас очень ждет Полина Шустикова. Девочка родилась глухой. После операции по кохлеарной имплантации врачи вернули ей возможность слышать, но не говорить. Бабушка, вай, суп, девочка, резь, хлеб.
Полина нуждается в курсе речевой реабилитации стоимостью 139 500 рублей. Отправляя смс-сообщение со словом «Чудо» и суммой пожертвования на номер 7878 или зайдя на сайт проекта www.help-children.net, вы жертвуете свои средства на помощь Полине и другим героям проекта «Ты ему нужен». Помогать легко. Сегодня именно ты нужен Полине Шустиковой.